они стали разбрасывать по трибунам вот эти вот жвачки, которые действительно были, ну, каким-то таким особым, может быть, шиком вот жевать жвачку, так сказать, для ребятишек, рекой буквально. В основном затоптали. Понимаете, они наклонялись за этими жвачками, понимаете, и, естественно, сзади напирала толпа, никто не мог сообразить, что надо пресс остановиться, там, дать возможность поднять. Драку за жвачку стали фотографировать находившиеся на матче западные фотокорреспонденты. Администрация стадиона решила вырубить свет, и смертельная давка продолжалась уже в полной темноте. Погибло 20 человек, но страна об этой трагедии ничего не узнала. В Политбюро решили, что этот национальный позор лучше оставить без огласки. Были сделаны вот выводы, и уволен директор, но он козлом отпущения оказался.